Добрый день. Пришли вот на стадион футбольного клуба «Богеменс» в Праге. Шли на Славию, но Славия будет позже, Эден-арена. Сейчас зашли по дороге на «Богеменс». Вот такой маленький уютный стадиончик. Умиляет меня креслица. Вот. Блин, все для людей в Европе. Даже на таком маленьком стадиончике поднимается, чтобы люди могли пройти все. Табло электронное, трибуна одна. «Богеменс» он был в Еврокубке, когда выступал. Под навесом для людей сделано. Навес от дождя. Там аж зарево. Такой маленький стадиончик такой задвигнул. И, блин, все так сделано для людей. Вот. «Богеменс», Прага. 1905 года основан. Вот старый клуб. Сейчас мы идем на стадион Славии. Славия в этом году в Еврокубках блещет. Сейчас выбила Севилью 4-3. Вышла в 1/4 финала Лиги Европы. Вот отсюда вот где-то километр, наверное, чуть поменьше. Но там уже, естественно, другой стадион. Фанатский магазин у них присутствует, с атрибутикой футбольной, с формой продается вот тут по трибунам помещений. Свои фанаты есть, видать, этого клуба. Ну, все кресла целенькие, все это. У нас фатели на Воронеже, в Воронеже на фателе. Намного, пока пролезешь через эти сидушки, тут прям умиляет. Я бы туда на поле сходил, но боюсь обратно не вылезу. Да не надо. Ну, поле искусственное. Искусственный газон. Вот у кого билеты. Ты думаешь, что там искусственное? Вот тут вот, да, дорожка первая искусственная. А внутри? Конечно, искусственная. Mm-hmm. Вот люди живут, у кого дом. Вышел, посмотрел тренировочку, вышел на балкончик с пивком, с естем. Крушовицу взял, сел, матч футбольный посмотрел. Прикольно. Все, пойдем на Славию.